Сети там в очень плачевном состоянии. Мы взяли их, так сказать, в концессию, но в течение, наверное, уже десятка лет практически не вкладывались средства там. Сети в очень плачевном состоянии. Даже при нам пришлось зимой, уже даже при морозах, часть сетей менять, потому что ну, невозможно было эксплуатировать. Везде свищи, везде свистит. Соответственно, жители недополучали тепло. Плюс теплоизоляция, которая была там, полностью нарушена, то есть ее практически не было.